Снегурочка и всеми любимый тигра играют с малышами в снежки, танцуют, водят хороводы. Равнодушными не остаются и взрослые. С удовольствием участвуют в зимних забавах. Но главный гость Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха – Дед Мороз. Мы зовем Деда Мороза! Раз! Из Великого Устюга зимний волшебник с большим мешком подарков приехал на упряжке из 4 хаски. Чтобы успеть поздравить всех ребят с праздником, он прибыл с севера задолго до Нового года. Дети сразу обступили Деда Мороза. Дедушка, конечно, прочитал. Я все письма прочитал. Молодец, дедушка. Да, ждите подарков. Пообещав исполнить все заказы ребят, которые они озвучили в своих письмах, сказочный гость поиграл с ними в «Море волнуется» и другие игры, а затем не удержался и сам пустился в пляс. Дети научили дедушку современным танцам под зажигательную музыку. Молодец, давай еще. Дедушка, повторяй, повторяй. Всех поздравляю с Новым годом, и малых, и старых. С Новым годом, с новым счастьем. Ура! Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».